Стали лучше выявлять заболевания молочной железы. Об этом рассказали врачи-онкологи на пресс-конференции. По данным специалистов, у нас в регионе проводят качественный маммографический скрининг. По данным врачей, в этом году было выявлено 12510 заболевших раком. И у нас в области 53 аппарата. И вот такие интересные данные, что если в 2017 году патология была при этом скрининге выявлена у 7% женщин, то в 2018 году уже 21,8%. То есть, видите, какая большая разница в процентах. Это говорит о том, что вот приближение диагностики к месту проживания тоже играет немаловажную роль. По словам врачей, лечить онкологию можно несколькими способами. Все они действенны в комплексе. Очень много граждан приезжают и из других регионов. Нагрузка на диагностическую службу онкологического диспансера большая. Если можно пропустить 10 человек больных через этот аппарат, 11-12 никак не пройдет. Если говорить про интервал времени, да, тут есть ограничения. Именно поэтому для того, чтобы не было очередей для получения лучевой терапии, на сегодняшний день организована работа двухсменная. То есть нет перегрузки на аппарат, просто удлинено время его работы. По словам врачей, очень важную роль играет профилактика, в том числе и обследование. Женщинам старше 40 лет советуют проходить его раз в 2 года. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24.